Для кого ж такая красота? Жалко, что васильков нет. Околица. Такие теплые дни и такие вечера. Где мои 17 лет? Молодежь на мотоцикле рассекает. Эх, молодежь, молодежь, как бы знать, что время летит быстро. А теперь с цветочками в своем садочке вечера провожу. Ну, тоже хорошо. Это у меня лирическое настроение. Такие закаты. Сказать-то ничего, такая лепота. Все в ароматах. Рабочий день окончен. Хотя днем не выходим. Жарко. Ну что за прелесть этот вечер? И вот этот цветочек испортил мне все настроение. Октябринка называется. Зачем тебе цвести в июле месяце, чтобы напомнить мне, что будет октябрь? И будет не малинка, а малиновое варенье. Слава Богу, только в одном месте расцвела. Будем считать, что случайно. Первый цветочек у лилейника. Чё-то как-то не могу сказать. Всех перелаяла. Дальше зайди. Всё. Закат. Быстро. Вечер закончился встречей с лягушкой. Я думаю, что лягушка — это хорошая примета на завтра. Еще у меня вот такое сердечко. Просто хорошее настроение. А это поменьше будет. И фигура другая. Да чего же ты зеленый? В один цвет листа. Он его кушает. Не пойму, в каком ухе звенит. Где-то рядом. Где-то тут твоя пара. А лапки-то какие? Ночные обитатели. Глазищ-то. Всем доброй ночи.
Кс-кс-кс.